Yeah, ay, yeah, ay. Сегодня для футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портит картину, так что ждем отличный матч. Комментаторский дуэт сегодня остался без изменений. Как всегда, для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Продолжается групповая стадия, и сегодня мы смотрим очередной ее матч. Очень мне нравится атмосфера перед игрой. Футболистам в таких условиях, надеюсь, будет проще показать свою лучшую игру. Чем ближе конец группового этапа, тем выше ставки. Сегодня для команд очень важная игра, и на поле компромиссов не будет. Нужно забивать и выходить вперед! И он забивает. Не пришлось нам долго ждать первого гола в матче. Быстрый гол все-таки случился у нас. Не побоялся он взять игру на себя в этом моменте, и смелость его привела к голу. Отличные индивидуальные действия, отличная техника. Все было сделано очень четко. Матч продолжается, и сборная Испании впереди. Очень хорошо он игру читает, мастерски. Роман Собнин. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти. Он накручивает соперников одного за другим. Офсайд сигнализирует боковой. Жорди Альба. Муньяи. Марата. Альба. Нужен навес. Муньяи. Не доходит мяч. Вратарь намертво забирает мяч. Муньяи. Марата. Передача на Кальехона. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Отдает он мяч партнеру. Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота. А жаль, было бы весело. Здесь прессинг. Хосе Калихон. Калихон с мячом. Подавать тут надо. Не точный удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Александр Головин. Фернандес. Мяч у соперника теперь будет. Теряют они мяч. Головин. Ну, тут даже играть на перехвате не пришлось. Мяч сам пришел. Коке. Здесь защита справляется. Роман Собнин. Миранчук. И что дальше тут будет? Атака прервалась на подступах к штрафной. Подача, там есть игрок. Справляется с этим ударом Акинфей. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Однако мяч им не достался, партнеры не успели к этому мячу. Денис Черышев. Артем Дзюба. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Денис Черышев. Марио Фернандес. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Отличный шанс есть для контратаки. Интересно, какое продолжение для этой атаки они выберут.
Джорди Альба. Марата может принять мяч. Многообещающе выглядела эта контратака, но в итоге быстро все сошло на нет. Федор Кудряшов. Роман Собнин. Сборная России будет вводить мяч из-за боковой. Черышев. Федор Кудряшов. Выигрывает борьбу у соперника. Подавай! И туда на дальнюю подачу пошла. Очень надежно в защите сыграно. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Мурат. Калихон. Очень хорошо на грудь читает. Мастерски. Аут в пользу Испании. Родри. Может что-то из этого прохода получится. И обратно они себе мяч возвращают. Илья Кутев. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. В атаку идут испанцы. Могут навесить хозяева. Блокирует удар игрок. Бить можно и забивать. Джики выносит мяч. Александр Головин. Роман Собнин. Мастерски сыграно. А дальше что? Фернандес. Навес в штрафную. Хорошая была ситуация. Вот только навес этот у него явно не получился. Марио Фернандес. Фернандес. Еще чуть-чуть и был бы гол. Можно провести контратаку. Есть еще возможность провести контратаку у команды. Марк Бартра. Родри. Жорди Альба. Ну, тут даже играть на перехвате не пришлось. Мяч сам пришел. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Артем Дзюба. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Хосе Калихон. Альваро Мурат. Есть свободное пространство на фланге. И туда идет атака. Выручил он свою команду. Уходит команда на перерыв за 45 минут. Второй тайм 5-го матча в рамках группового этапа. Чувствуется напряжение матча. Очень важная игра. Роман Собнин. Головин. Катают они мяч. Хорошо, сейчас мяч ходит у команды. Берет этот удар Де Хеа. Не смогли они мяч удержать. И место есть на фланге. Нет, не дошел этот пас до адреса. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверенно. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо вот так. Александр Головин справляется с ударом Де Хеа. Альваро Мурата. И мяч потерян. Окей, прекрасный пас. Хорошо вратарь играет и оказывается первым на мяче. Джики. Мяч покидает пределы поля. Неудачная игра головы. Джики. Роман Собнин. Алексей Миранчук. Марио Фернандес. Подача на дальнюю. Просто и надежно сыграл вратарь. Отбил мяч куда подальше, да и дело с концом. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Роман Собнин. Алексей Миранчук.
Интересно, куда дальше мяч пойдет. Угловой, есть шанс сравнять счет. И прямо в центр штрафной мяч летит. Не смог защитник как следует мяч вынести. Все еще опасно сейчас. Роман Зобнин. Артем Дзюба. Серхио Рамос, его прессингуют. И буквально подарил мяч сопернику. Сборная России будет вводить мяч из-за боковой. Федор Кудряшов. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Очередной точный пас в его исполнении. Нет у него проблем с передачами. Есть куда на фланге пройти. Мяч в центр штрафной летит. Не получилось тут толком мяч выбить. Не получилось у них мяч удержать. Рамос не дает мячу пройти дальше. 20 минут до конца основного времени матча. Мяч у соперника. Алексей Миранчук. И тут может что-то получиться. Фернандес. В ближней штанге навес. Справляется с ударом Де Хеа. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Муньяи. Потери и мяч у соперника. Головин. Коке. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Хорош он в отборе. Мяч в аут уходит. В составе сборной России будет замена. Муньяи. Грамотный пас. Все по делу. Здорово сыграно в отборе. Аут. Мората. Можно попробовать подать сейчас. Отлично, он удар блокирует. Еще чуть-чуть и был бы гол. Родри. Серхио Бускетс. Марата. Спасает свою команду от гола этот игрок. Марата. Все вроде сделали нормально, и бил он как будто бы наверняка. Но мяч прошел мимо ворот, и лидерство пока минимальное. А там, где лидерство минимальное, и до ничейного результата рукой подать. Не думаю, что замена вытекает из хода игры. Просто, наверное, тренер хочет попробовать разные сочетания. Девять минут играть в основном времени этого матча. Роман Зобнин. Федор Смол. Артем Дзюба. Как здорово Серхио Рамос сыграл на перехвате. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут ли... Может он идти дальше. Спасает вратарь команду. И хватается за голову тренер соперников. Какой отличный шанс был сравнять счет. В центр штрафной пошел мяч. Не доходит мяч до игроков штрафной. Плохо угловой исполнил. Роман Зобнин. Как вариант продолжения напрашивается навес. Артем Дзюба! Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Коке. В атаку идут испанцы. Только что я говорил об их атаке. Теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Сборная России с мячом. Можно продолжать атаку. Слишком поторопился игрок. Залез в офсайд.
Удержать победный счет или его увеличить? Тут разные могут быть тактические варианты, в том числе и замены. Бускетс. Коке. Морат. Муньяи. Морат. Муньяи. Коке! Ох, какой гол! Какой гол! Надежды, конечно, умирают последние, но, судя по табло, надежды уступающей команды уже находятся в состоянии клинической смерти. И какой удар с лета, а? Сходу вычислил траекторию и вогнал мяч в ворота. Фантастическое исполнение! А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Дает арбитр финальный свисток. Наш матч подошел к концу. Поздравляем хозяев и их болельщиков с победой.